Здравствуйте, гости, друзья моего канала, с вами Марина и мой канал Марина и Орхидеи. Меня давно просили показать мои цветущие орхидеи, и я сегодня хочу показать вам полочку с моими малышками. Это орхидеи в размере 1,7. Эти орхидеи останутся у меня, так как они занимают очень мало места, и я планирую их взять с собой. Первая красотка — это бургундия обычного стандартного цветения, никакая не бабочка. Это красотка Шанелла, она приходила осенью, уже начали загибаться корешки по дну, чувствует она себя хорошо. На дно положила немножко мха, и она также продолжает расти в своем кокосовом субстрате, кокосово-торфяном субстрате. Эта малышка очень похожа на Тини Мелиссу, как вы сами понимаете, названий нет, только догадываться можно. Очень такая крапчатая, маленькая. У бургундии была небольшая проблема на шее, я обработала Максимом. Вот такой красавец Сога Готрис цветет, яркий малыш. Рядом с ним птичка, та, которая черная птичка. Интересно, такие длинные листики у нее, и тоже корешки загибаются уже по дну. Тоже, наверное, положу туда мха, чтобы было в чем комфортно развиваться корешкам. Пока потрошить не буду эти стаканчики. Сюда уже подсыпала, добавила немножко субстрата. Но это мох, это азиатская орхидея. Сога Юкидан. Сейчас смотрю объявление с предложениями орхидеи на весну, и цена, которую я заплатила за подростка 1,7, сейчас такая же на подростков 2,5. Ну, конечно, немножко обидно. Все малыши у меня под подсветкой. Розовая девочка, она тоже в мхе, и еще я добавила немножко мха. Вот так растит корешки, получается закрытая система, такая миниатюрная закрытая система. Это несчастная Монро бабулеточка, не знаю, что из нее получится. Начала растить корешки, начала растить листик, но так и стоит. Будем ждать весны. Не знаю, что с ней делать еще. У меня собралось несколько орхидей Кренбери Чача. Они также растут в мхе. Вот такая. С белыми всполохами по краю лепестков. И просто темненькая. А вот этот клопик, это бананка. Это фласочник, хотя заявлялся сначала в размере 2,5, потом в размере 1,7, а пришел дефласочник. Очень мелкая орхидея, ну, полное разочарование, можно сказать. Буду ждать, или выживет, или нет. Что сделаешь тут. Это не бабочка Майя. Цветение немножко подорвало тургор ее листьев. Она процвела стандартным цветением. Еще одно разочарование. Это моя детка Наоми Биглип.
нее пока что два корешка. Растем. Смотрим, что будет дальше. Вот такое пополнение семейства. Орхидея из мха, азиатская. Это тоже бабочка с номером 5017. Сейчас я вставлю фотографию. Ожиданий, конечно, много, но что расцветет, время покажет. Очень многие девочки показывают, что у них цветет обычными, простыми орхидеями. Так что, что будет, то будет. Это красотка Гваделупа Пинеда. Она у меня уже года три, как минимум. И вот играла в вымирание, теперь наконец-то начала расти. Возвращается обратно к своему размеру 2,5 постепенно, очень медленно. Это Виктория Лейс, последняя посылка в 2021 году. Это орхидея Soft Cloud. Вот такой вот природничек доращивает цветоносики. У такой малютки уже есть детка. Вот боковое ответвление. Вот у основания детка. Что-то мне там не нравится. Деточку видно, а вижу потемнение на стволике. Сейчас буду обрабатывать. Вот, посмотрите, темное пятно. Вышел корешок и начало темнеть начало листика. Я думаю, сейчас аккуратно отрежу это место и посмотрю, есть ли потемнение дальше или нету. Нет, я срезала, там все хорошо. Максим, как всегда, мне в помощь. Залила это место Максимом, буду смотреть, что будет дальше. Надеюсь, что процессы никакие гнилостные не пойдут. Может быть, еще сильнее подмажу Максимом. Тоже орхидейка пока не пересаженная. И вот вторая Кренбери Чача, которая у меня есть. Еще один азиат Starfish Pyloric. Да пусть она обычной процветет. Как мне нравится эта орхидея в обычном варианте. Посмотрите, как хорошо корешки развиваются во мхе. Им все нравится. Даже ответвление. Это чача. Кренбери чача. Это уже орхидеи в размере 2,5. Это красный павлин Red Peacock. Так и цветет. С этой орхидеей все точно. Все по сорту. Тоже не пересажено, чтобы меньше места занимало. Следы от обработок. Ну и еще одна бабочка в размере 2,5. Это калейдоскоп. Как она меня радует, девочки и мальчики. Посмотрите, она открыла три цветочка и еще нарастила три бутона. Поистине труженица, красавица, комсомолка, спортсменка.
Одним словом, молодец. Вот такие условия у меня на этой полочке. 22,7 градуса тепла и 36% влажности. Такие малыши у меня растут на этой полочке. Ну а с вами была Марина. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам самого доброго и до встречи на моем канале.